Народному вокальному ансамблю «Сударушка» 25 лет. Их история началась в 1995 году и продолжается до сих пор. Ведь душевные русские песни никого не оставят равнодушным. Сейчас идет подготовка к репетициям перед юбилейным концертом. Подробности в следующем репортаже. 25 лет вокальный ансамбль «Сударушка» радует лабытнанцев. Русские народные песни, частушки, пляски и национальные костюмы – визитная карточка ансамбля. Может, именно поэтому они так нравятся жителям нашего города. За это время менялся коллектив, но остались и те, кто был в нем с самого основания. Мы начали заниматься, и ясно дело, что возник вопрос, как мы будем называться. Вот. Ну, всякие были разные предложения. Вот я помню, что было предложение Горенко. Ну, как-то у меня почему-то начало ассоциироваться горе, да, горе. Вот. Поэтому, вот, ну, в общем, я предложила «Сударушка» и настаивала, и аргументировала тем, что в каком бы возрасте мы ни были, мы будем все равно сударушки. Бабушка-сударыня, там, молодая сударушка. Вот. Поэтому, ну, в общем, как-то вот уговорила, убедила. Ну, так и получилось. Наталья с большой любовью вспоминает моменты, связанные с ансамблем. Даже фотоальбом имеется, хранящий те самые времена. История народного вокального ансамбля «Сударушка» началась с появления руководителя Елены Делиган. Правильная постановка голоса и распевки стали стартом перед первыми поездками в другие города. Первая запоминающаяся поездка у нас была, мы полетели в Новый Уренгой на фестиваль, конкурс. Было очень весело, потому что вот первый раз столько эмоций, столько всего. Вообще были всякие такие казусы и в дороге, и всякое. И, ну, все-таки мы выступили, было очень здорово, завоевали приз зрительских симпатий за артистизм. У нас каждая поездка значимая. Самое лучшее, самое веселое, самое задорное. Если мы едем в поезде, мы обязательно веселим людей. Как бы мы занимаемся, тренируемся, распеваемся, но люди даже заказывают нам песни. Потому что русская народная песня неиссякаема. Потому что это праздник, это радость, это жизнь просто, это все. Репетиции перед юбилейным концертом продолжаются. Концерт пройдет в субботу в 16:00 в городском доме культуры. За 25 лет изменилось многое, но одно остается неизменным. Это любовь к народным песням. Анастасия Шеховцова, Евгений Садыков, программа «Время местное».